что, нога затекла? Да, нет, ножка чуть-чуть. Когда вот так вот делаешь, когда вот это бугаю крутишь, ну, помочь. Да что, ты одна, что ли, с оператором? Нет, у меня есть напарник, но он ритовый. Сколько? Что сколько? Лет. Ой, младше меня на 4 года. Сколько мне? Ты что, не знаешь? Не помню. А тебе сколько? 20. Ну вот, у меня почти 27. Почти сколько еще? Ну вот, сейчас сентябрь настанет, мне будет 27. Это значит хорошо. Не знаю, наверное, да. Просто это какой-то непонятный. Это я хочу между зубов толкаю. Да ты что, мне? Ага. А ты потерял еще. Смотри, не пройди. Слушайте, а мы можем петь во время работы. У тебя еще больше не стоит. Я и так пью. Ну, как ты, не спи. О, Мишера, блядь, я. Все похорошо, ну, пойти в ладоши. Ну, в ладоши, да, кто там, один там, зал. Там, там. Зал, давай. Ай, там смешно так все это, жарко. Да, да, сон какой-то. Костя вообще халявщик, ничего не делает. Стоит, по пальцу подбирает. Морок мне все его обстрелял. Ты зануда. Я не зануда. А что ты орешь? Спокойно. Ты пугаешь людей, дорогие. Я часто зануда. За знание? Там еще у вас класс нарисован. Да. Моя. А что с ней? Разбилась? Видишь, как удобно. Это ты не молотком еще ходишь. Не так, блин. Не так ты кладешь. А это что такое? Откуда вот это взялось? Это толстенький кусочек. А водка, водка, заполнение. Ёлка, ламане. Опять субокал. Не, ну уголок тебе сюда подойдет, сюда подойдет. Берем. Подставляем. Это тоже проверим. Надо мой позор снимать. Ладно, ладно, продолжение не сделаю. Ты лучше сними, как я красиво. А вот тут вот у тебя дырень. Че дырень? Я еще заложу дырень. Сейчас все будет чики-пуки. Пуки. Это. Вот. Хоп-хоп, как будто ничего не было. Что-то чипсы захотелось. Может, зайдем все-таки в магазинчик? Возьмем русской картошки. Или нафиг. Не поддаться соблазну червоподия. Слушай, я все время своего напарника отучаю от вот этого вредной пищи. Потому что он все время жрет чипсы и кока-колу. Чипсы, значит, кока-колу. Нет, эту кока-колу я не пью. Нет, а потом видела каждый мой ролик? Вечер болит живот. Погоди, видела мой ролик кока-колу против яйца? Нет. Я на 3 дня яйцо оставил в кока-коле, и оно стало коричневое и в трещинах. Ничего удивительного. Ну вот зайди, этот эксперимент проделан мной на кухне. И доказан. Сейчас вот докладываю, что ты кричишь? Что ты кричишь? Глаза хер сыпятся. А,
Ну, тут можно подмазать. Не знаю, у тебя тут что-то. Видишь, как у меня? У тебя вот ты на готовенькое пришла. Вот так надо делать. Здесь 13 космонавтов за день. А у меня одна белая палочка. Полоска и один космонавт. Где ты одного космонавта сделал? Вот. Ни одного синего космонавта. Треугольничек для космонавта. Это фон космонавта. Я ему небо подготовила. Мне кажется, я похожа на Человека-паука. Опа, сейчас. Это будет вообще жестко. Как я пойду в горы, непонятно. Ёкала моя. Качается. Ты еще здесь, что ли? Да. Тут доска качается. Но ты не спокойно будешь. А интересно, там уже можно здесь? Очень смешно. Привет, ты великий садист.